конечно, будут досрочные, потому что это правительство мы не выдерживаем. Угу. Вот. Я думаю, что надо уже что-то решать. Самое главное, чтобы не было войны. Територіально буде Донбас, там з нами буде не знати. Це вже друге. Uh-huh. Вот. Третє, займатися будівництвом економіки. Тому що якщо є робота, є життя. Нема роботи, нема життя. Вот. І держава зараз робить все, щоб була війна, для того, щоб не все спихати на війну. То, що було в прошлому році, ну, люди остались обманути в сущності. Потому что стало жить намного хуже. Вот. Люди в сущности обнищали и сделались беднее практически минимум в 3 раза. Цены выросли в 3 раза. Во многих академических институтах, сейчас я не знаю, как в других учреждениях, предлагают отпуск за свой счет, предлагают сокращенный рабочий день, а это еще понижение уровня жизни. Люди практически все недовольны. Существующей властью, и она и прежняя была так себе, но то, что сейчас, я считаю, что это полный обвал для страны. Полный обвал для страны. Я не считаю, что даже если не будут выборы, а предпосылки, безусловно, есть. Потому что коалиция очень ненадежна, коалиция может распаться в любой момент. Я считаю это правильно, потому что в этой коалиции собрались люди не абсолютно все честные и чистые. Мне бы не хотелось, чтобы опять тратили деньги на перевыборы. Пусть работает лучше, чем перевыборы делать. Я пока не знаю, не вижу предпосылок. Да пока нету предпосылок. Перевыборы? Пока нету намеков таких. Что менять? Ведь на самом деле изменилась ситуация за короткое время не очень. И это ощутимо. Если будут частые поводы, то, наверное, система не заработает никогда. Я думаю, в цьому поводу, що будуть перевибори в Верховну Раду, тому що предпосилки які, ситуація в країні, значить, які різногласия в політичних силах, які представляють блоки різні. Тому це все веде до того, або уряд піде у відставку, або інший варіант перевибори в Верховну Раду. В принципі, можу. Могут оппозиционный блок надо убирать, да и все. Распад коалиции, и все, и по закону на выборы будут. Ничего не робится, практически ничего для людей не робится. Відповідно, йде при владі прийшли такі ж самі люди, які були злодії, ніхто не змінився. Для людей нічого не змінилося.